Сегодня у нас с тобой... Попробуй засмеяться челлендж, попробуем засмеяться с тобой, ржентнуть, поржать, посмеяться, похыкать, похуёчечки половить. Не получилось. Бля, еба. Четырьмя кубами, блять, хуйню. Вот и дороги. Не смешно. This French fries for you. Oh, hey, Gabe, hurry up. Hurry up. French fries. No! Fry. No! Какого хуя? Они правда так делают, если что-то не получают? И один парень будет грустно. Понятно. Физуркам надо наотжаться, мальчикам 6. Ну и слабаки, я бы отжался 100 раз за 100 дней. Ну, не могу осуждать тут котика. Я абсолютно одна дома, этот человек стоит неподвижно уже час. Он не шевелится и не разговаривает. Бля, это правда стрёмно на самом деле. Я хоть и знаю, что это манекен, но пиздец, это по-моему страшно. Представь себе, ну представь себе, ну представь себе, ну представь себе, пиздец. Самое главное в лесу... Это выглядело как, блядь, ВПшка, когда тебе нужно представить. Ну представь себе, ну представь себе, пиздец. При встрече с диким зверем бегать быстрее детей. Я всегда беру детей в лес. Чего? Блядь, осуждаю. В течение 30 дней. Он уже родился кавказ. Или это не кавказец? Простите, кавказ, если я вас сравнил с ним. Или прости он, если я... Я не знаю. Просто простите меня все и сразу. Был неправ. А кто он? Ну, наверное, кто-то. Не знаю. Зачем я продолжаю эту тему? Ютуб, не бань. Ебал, но он афроснежинка. Прикольно. Дима, давай мыть попу. Давай мыть попу. Мыть попу будем. Как-то мужик слишком рад тому, что он будет мыть попу коту. Я начинаю думать, что он будет мыть попу не этим вантусом. Давайте не будем забывать, что мужчин создала женщина. Гитлера тоже женщина создала. Получается, во всем виноваты. Смотрите, сожрал весь нюс и кайфует. Вкинулся и откинулся. Come on, baby. Когда он играл в Киберпанк весь день ради того, чтобы получить эту заставку. Ну да. В первом классе смотреть, как смотрите. Я не понял мема. Не смешно. Этот смех. Если твоя подруга смеется так же, как вот эта вот девушка, все, просто выходи за нее. Ага. Ну у них все равно дохера этих шапочек. А вот у меня новогодней шапочки-то нету. Не получилось. До свидания. Кирюша, 20. Мне кажется, через день там вообще ни одной не будет. Так, валим, пока никто не видит. Сколько искренней радости из-за того, что он спиздил чужое. Карма тебя накажет. Ну, это было забавно. Вот и все, долбоёб. Вот и все, блядь! У нас было так со структурой положения, но он не пытался меня задавить, но была такая хуйня, что я много раз не мог завестись. Look! Look at me! Zero! Ооо!
Блять! Ну, получается, с горя решил выебать эту штуку. Президентская оливье, рязанская колбаса, режем. Белгородские яйца чистим, режем. Краснодарский горошек, брянская картошка, морские огурчики, майонез по ГОСТу, смешиваем. Вроде ничего получилось. Может, еще огурчика добавить? Бля, слушай, ебать, это, конечно, мем. Хорошо. Я немножко запутал. Дима! Зачем нужен ёж? Дима, там все в говне! Дима, зачем нужен ёжик, блядь, чтобы жопу коту, как вы поняли из предыдущего видео. А мы что уже с тобой увидели? В предыдущем видео. Ну ладно. О, вот это я на Новый год. Без рофлов. Это правда, я на Новый год. Мы тоже водили хоровод вокруг елочки, тоже под музыку. Надо было, правда, включить мастера Маргарита, ну ладно. Охуеть. И он даже в тему, он попытался позвать и потом начал ржать, когда увидел ее. Круто. Позови такую музыку. Муняню. Чу папи, муняню. Си, а фары шинес, а стык на... Муняню. Что значит уняню? Я видел его просто много раз, я не понимаю, что это такое. Нихуя себе! Слушай, я хочу себе такое. Вот это круто. Мне интересно вообще. Опа, кого-то хлопнули, братан. Не понял. Stop that! Get out of there! Он начал загрязняться. Жабка сидит такая, типа, блядь. Понимаю. Нихуя! Да ну нахуй! Ебаный в рот! Пиздец, дрянь! Хотел попросить, да? Будешь объявлять? Назови меня Джокер. Ну, в этот раз послабее, но мне нравится, что есть и бывают хорошие шутки. Давай проверим, какой у тебя сегодня будет день. Ахалай, махалай, день сегодня показывай. Давайте не будем забывать, что мужчин создала женщина. Вот так вот. Пойми это как-нибудь, я не знаю, просто давай не будем забывать. Я думаю, что это значит, что ты сегодня ничего не забудешь. Но тебе стоит пытаться не забыть, потому что если ты забудешь, то будет плохо. Так что постарайся не забыть. И что мужчин создала женщина, и что женщин создала женщина, что всех создала женщина. Не забывай вообще ничего. И про помидоры тоже не забывай. И огурцы не забудь. И молоко маме купи. Просила жену. Ладно, на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся с тобой в следующих сериях. Пока, на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.